Чтобы ни одна ель, добытая незаконным способом, не попала на рынок, северодвинские лесничие отправляются в рейды. В прошлом году в ходе подобных мероприятий полиции удалось задержать 5 нарушителей. В зависимости от причиненного ущерба может расти и ответственность, вплоть до уголовной. Заявки на легальную заготовку новогодних красавиц подали уже первые 70 северодвинцев. Северодвинцы предпочитают натуральное. Впереди новогодние праздники, и многие уже сейчас хотят обзавестись главным символом торжества. И чтобы дополнить атмосферу каникул соответствующим запахом, зачастую люди ставят дома именно натуральную ель. Покупка зеленой красавицы ростом до 1 метра на специальном рынке может обойтись в несколько сотен рублей. Для северодвинцев такие цены невелики. Сколько готовы, в принципе, заплатить за такую ель? Ну, 500 рублей. Маленькую. Если поставить это искусственную, тогда надо хотя бы веточки, чтобы был запах Нового года. Вот тогда можно сделать так. Впрочем, ель можно выбрать самому прямо в лесу. При этом обойдется метровая красавица всего в 12 рублей, а высотой до 2 или до 3 метров в 26 и 41 рубль соответственно. Ну вот рубить дерево можно в строго определенных местах. Самостоятельно едет сам, с разрешительным документом, с паспортом, и заготавливает елочку сам. Как правило, это места, где не требуется сохранение подроста. В основном используются линии электропередач, линии связи, придорожные полосы. Контролировать процесс заготовки призваны совместные рейды с полицией. В прошлом году задержаны 5 нарушителей. Штрафы вполне серьезные, от нескольких тысяч рублей до уголовной ответственности. В лесничестве отмечают, согласно изменившемуся областному закону, теперь не существует ограничения по количеству добытых деревьев. Раньше один человек по паспорту мог приобрести только 1 елку. Изменения в законе, правда, не дают возможности продать заготовленные деревья. Для этого нужно проводить аукционы, и, соответственно, цена уже будет не та, что отпускается местному населению. Или можно пойти по второму пути, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, обратиться с заявлением в те лесозаготовительные организации, которые осуществляют заготовку на территории Северодвинского лесничества. И уже по договору с ними приобрести необходимое количество деревьев. Ну а пока в лесничестве от простых горожан уже приняли первые 70 заявок на вырубку новогодних красавиц. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.